В век высоких технологий жителям городов сложно представить дровяные печи и мазутные котлы для отопления домов. На деле многие уголки России до сих пор отапливаются древними способами. Барыш, как и некоторые районы области, до недавнего времени отапливался по старинке – дровами. В связи с этим в 2011 году властями было решено газифицировать барышскую котельную. Однако выделенных средств бюджета для полной замены оборудования не хватило, и теплоисточник оказался убыточным. К 2017 году финансовая ситуация района улучшилась, и был приобретен современный котел с мощной газовой горелкой. В этом году по программе модернизации теплоисточников и энергоэффективности мы с Ульяновской области с бюджета получили 5 миллионов рублей, 2,5 которых мы сегодняшний день потратили, купили современный котел, современной итальянской газовой горелкой, с автоматикой полностью. Новый котел не только позволяет сэкономить до 35% топлива по сравнению с предыдущим, но и гораздо эффективнее снабжает дома необходимым теплом. Местные жители сразу заметили разницу в качестве отопления. Ребятишки бегают раздетые, очень тепло, сейчас хорошо стало. Кроме основной котельной, которая отапливает более 30 домов, строится еще одна. С 2018 года она будет снабжать теплом и горячей водой общеобразовательную школу поселка Поливаново. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.